50 тысяч практически каждому. Прямо сейчас в моем бате проходит розыгрыш, и ты можешь спокойно выиграть. Потому что огромное количество призовых мест, 100 победителей заберет по 500 рублей. Для того, чтобы участвовать, нужно просто сделать любую покупку в январе, быть подписанным на паблик и нажать кнопку «Участвовать». Можете безопасно пользоваться моим ботом. Там уже практически 1 000 000 отзывов о том, что бот очень крутой. Все ссылки будут в описании, а мы ехал. Че, все? Давай, давай. Еще потом на другую залетите, если я не сгорю. Если выиграем... Во время игры можно заходить, зрители, что вы можете в любой момент заходить. Вот сейчас объяснять будут. Слушаем. Слушаем. Вы попались в ловушку, когда пытались украсть мои сокровища, да? Позвольте представиться. Меня зовут Магнолия Раздолье. Здорово. Я простая одинокая ведьма, которая помогает обездоленным героям пройти через смертельную погибель, в которой они оказались. И я полагаю, у вас тоже есть имена? И я полагаю, это шутка для своих. Да ладно. Теперь о том, что здесь будет происходить. Каждому из вас, горе-искателей приключений, будет представлен опрос с целью собрать ваше личное мнение. Выберите те варианты, которые больше всего подходят вам. Вам нужно будет выбрать лучшие для вас ответы из представленных. И выбирайте в порядке ваших интересов. Первый вариант самый лучший для вас. Затем второй, третий и так далее. Когда все сделают свой выбор, я совмещу все ваши ответы и отсортирую их по популярности. Вот с чего мы начнем. Лучшие клички для собаки. И у тебя в браузере там написано будет. Бля. И по своему интересу. Вот так, заебись. Каждый тоже, зрители тоже, через свой браузер пикайте. Чё, пауки ебаные, бля, как прищучим нахуй. А кто из вас ядовитый, укусите меня разок чисто, что... Радиоактивный, да? Да, да, да. Бля, видите, что они там, моделька такая маленькая, бля. Колпак нахуй. Отличный выбор. Гном нахуй. Я собрала воедино все ваши ответы, и ваше испытание начинается. За этой дверью вас ожидает простое задание. Найдите 3 самых популярных ответа, обходя стороной остальные. За каждый верно найденный ответ я дам вам славный, яркий факел. Здесь он вам пригодится. Но за каждый неверный выбор я заберу у вас факел. Так как каждая команда принесла с собой по факелу, вы начнете с одним. Блять. Ну, довольно болтовни. Давайте начинать. Да начнется выбор. Выберите дверь с указанием того ответа, который вы считаете. Рекс первый, да, я тоже Рекс. Этот игрок должен будет сделать выбор. Такое чувство, что это какой-то тузик, блядь, нет? Не, ну, топ-1, типа. Топ-1 Рекс. Да, топ-1, мне кажется, Рекс, да, именно пиздатый, знаешь, типа, ну шарик это банальная хуйня. Но Рекс, типа, заебись, типа. Ну вы еще другие варианты не обсуждайте, чтобы зрителям не подсказывать. Они потом тоже будут выбирать. А, они сейчас тоже выбирают, что ли? Нет, после сейчас, нас, сейчас да. Мы, потом они после нас. Да. Ну, мы пикаем тогда, ну, давай, что, Рекс? Рекс? Давай, давай, Рекс. Рекс. Дай бог шарик, нах. Вы ебать, не Рекс. Чё, блядь? Если у вас закончились факелы, ну, я не понимаю, что вы проиграли. Тут, типа, наверное, из-за овчарки только. Овчаркам же только Рекс дают обычно, нет? Почему? Тираннозавр. Хули они первые не пикают, блядь. Бля, прикинь вот, бы, да. Если бы Рекс был на 4-м месте, мы бы выиграли. Блядь. Ну они сейчас шарик пикают по-любому, блядь. Бля, ну поехали, бандит, блядь, топ-1. Ну мне тоже кажется, что бандит, типа, бандит, ну пиздато звучит. Ну и да, любой собаке мере, поставим. Это, ну я бы назвал так собаку, бандит. Я на топ-2 бандит пикнул. Первый у меня Рекс был, второй бандит. У меня бандит топ-1 вроде был. У меня тоже бандит топ-1 был. Блять, не удалось, да, не забайтил. Продвигаемся вперед. Ебались паучары, ебаные. Шарик топ-1. Что за бред вообще? Шарик такой банальный, реально. Мне кажется, все банальные пикнули. Ча... Да? А, мы сейчас пикаем? Да, да, ты пикаешь. Чё? Да, Мухтар?
Мне кажется, это Бобик. Либо Тузик, либо Бобик. По-любому, либо Тузик, либо Бобик. Раз у Шарик топ-1, да, кто-то из них. Мне кажется, зрители так и пикнули. Шарик, Тузик и Бобик. Все. Нахуй Мухтар, блядь, Барбос, блядь. Вот Мухтар только, блядь, по сериалу этому, типа, понятно. Давай, давай, давай. Да. Короче, что, Бобика либо Тузика? Тузик. Тузик. Давай. Хорошо, Тузик. Да нахуй. Че, ебланы? Че, а что тогда? А, четвертое место Тузик. Блядь. Ну значит, Мухтар третий, а Бобик... Блядь, ладно. Просто дал. Бля, ну пиздец, блядь. Да не, Барбос, блядь. Бля, вы черти ебаны, Мухтара выше Тузика поставили? Популярнее? А хули тогда Рекс у вас, блядь, пятый? Хули тогда с Рекс Мухтар, 5, тоже блядь? Овчарка. Если Мухтара поставили, блядь, в топ-3, какого хуя у вас Рекс топ-5, блядь? Ну, типа Мухтар должен быть ниже. Пиздец. Рекс, типа из-за сериала. Вот это отожгли. Я бахнул, блядь. Давай этого. Мухтара, ебать. Прикиньте, сейчас Барбос будет. Все, я сразу Мухтар. Бля, я пересобираю нахуй за Барбос. Ебать, он реально выше Рекса, вы чё, гоните, что ли? Бля. Рекс это... Забей, молодняк, у нас молодняк в чате сидит, Аси, забей, они не знают, что такое, блядь, Мухтар Рекс, блядь. Давайте посмотрим, Мухтара как никого счёт. Готовы к большему? Потому что русская, блядь. И в этот раз вам нужно будет выбрать 4 ответа, а сейчас скажу, комиссар Рекс, а что это, блядь, а что это? Из этих имен у вас ассоциируется с фразой «папин лучший друг». Блять! Бля! Ну что за имена, блядь? Мне кажется, вот так. Ну я так пикнул. Ну и бред. Это вообще фул рандом. Ну да, вопрос, конечно, на такой, блядь. Ну ладно, топ-4 плюс-минус я составил. Ну. Пусть будет так, реально, но это бредос, блядь, просто. Вон у меня Никитос в чате сидит. А что если у меня у папина лучшего друга татарские имена там, блядь, только... Ильдус, Наиль, у меня то же самое, у меня... А, нет. Мы закончили. У меня реально у папиного друга, типа, Лёха Алексей, блядь. Окей, как насчет того, чтобы сделать все немного сложнее? Во второй пещере я поменяю правила. В этом раунде вам нужно найти ответы на местах 2, 3 и 4. Ебать, Шейла. Топ-1 нельзя угадывать. Давайте, хули, блядь, смотрите, бедите и дверь пикайте, блядь. Моргают тут, блядь. Ходят. Качество норм передачи? Вообще охуенно, брат. Все. Да. Как будто лучше на стриме. Лучше, чем на стриме. Давайте сейчас посмотрим. Это топ-1 по-любому. Чё, сука, это топ-1 по-любому! А ты чё? Тоже думаешь, что это топ-1. Да, сука! Чё нахуй? Чё, сука, блядь? Саня, хуй соси, блядь. Я за Вована. Блядь, давай, знаешь... Дядя Вова. Не думай, да, что я, Серега. Я думаю, короче, смотри. Ладно, давай. Давай, Андрюха. Не, давай Леха, давай Леху. Давай, Леха тоже мне нравится. Леха, да, да. Леха. Дядя Леха, да. Здорово, дядя Леха. Да. Хорошо. Это топ-3 либо 4, да. Точно не 2. Нормально. 2 я знаю еще. Ну, посмотрим, блядь. Че, паучары, давайте пикайте топ-2 тогда уже. Тут самое сложное, что зрители выбирали, наверное, по своим отцам, у кого там какие дяди, блядь. Ну, походу, да. Там у кого-то и Никитос может быть дядя, да? Никитос вообще редко. Блядь, Никитос вообще... А вон Никитос в чате НКТ, блядь. Дядя Никитос. Бля, нравится дядя Никитос, ну, звучит как в фильмах. А в реальной жизни так, Вован, Вовик, блядь. Чё, сука? На, нахуй. Попались, черти нах! Короче, мне кажется, походу. Серега. Серега? Не, Аси, мне почему-то кажется, либо Диман, либо Андрюха почему-то.
Бля, ну... Вот давай, Димон! Вот это как будто, давай! Дядя, ну дядя Димон же, странно. Дядя Дима прям звучит как будто, дядя давай, Дима. Давай на Андрюхе. Андрюха? Да. Дядя Андрюха? Бля, ну Андрюха как... Прям. Бля, у меня чувство как у тебя. Мне кажется, Димон и Серега. Ну давай, пикай сам. Чего, Димон давай. Возьмем? Давай, Димон. Ну давай, Димон. Давай, давай. Димон! Блядь! Сука. Ну я примерно понимаю, что. Я тоже. Ну тут выбор невелик. Это Никитос, ребята. А им нахуй это говоришь? Ой, блядь. Я вслух сказал. Ребят, ребят, Серегу пикайте. По-любому Серегу пикайте. Шаба, Серега. По-любому, Серега. Сука. Это пикнули, блин. Сука, не удалось, да? Да. Бля. Либо Андрюха. Я уверен, это Андрюха. Андрюха. Да что, какой Жека, блядь? Ну, блядь, Андрюха. Ну, Андрюха, Андрей, блядь. Если Никитос, блядь, я его забаню, он к этому. Хорошо, что не Никитос, блядь. Сделали это. Димон, бать Никитоса, никого нету, нахуй. Блять, Димон и Андрюха на одном уровне находятся. Бля, пиздец, а что Никита, нахуй? Если вы хотите... Но, там много... написано Никитос. Бля, у меня, да, да. У меня много знакомых. И в этот раз вам нужно выбрать. Ну тут подвох ответов. В именах было. А вот Никита, Стас, Гена, в Турбо, идешь, там тоже Никита. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ах, ебать там. Бля, я все, я уже распределил, я знаю уже, чем будет. Бля, я сейчас буду охуевать, если я не это буду. Я тоже, я понял про что ты, я тоже понял. Я тоже, бля, тут даже 5 выборов, выбор 5. Я, наверное, вот так сделаю. Да, 5 дам. Я уже топ-1 по-любому знаю. У нас, кстати, мы сравнялись, у нас по 2 пакета. Угу. Сейчас будет правило перевернутое, да, правило? Да, сейчас надо будет, короче, угадывать, ребята, с самого конца. Нас ждет еще одна пещера. И топ по очереди. Поехали, блин. И теперь наш последний поворот. Все, что мне нужно от вас в финальном раунде, это найти ответы в обратном порядке. Сначала вам нужно будет найти 8 номер, затем 7, затем... Ну, вы знаете, как считать в обратном порядке. У меня заготовлено еще несколько сюрпризов для вас. Но расскажу я о них, как только вы зайдете внутрь. Готовы? Добро пожаловать на ваше последнее испытание. Угу. Здесь все почти так же, как и в прошлых 2 пещерах, но есть 3 главных отличия. Первое. Вы больше не получаете факелы за правильные ответы. Но можете быть уверены, что потеряете факел, если ответите неверно. Бля. Второе. Когда у вас остался 1 факел, и вы отвечаете неверно, игра не заканчивается сразу. Другой команде нужно будет дать правильный ответ, чтобы завершить игру. И третье. Вы побеждаете, если у другой команды заканчиваются факелы, либо если у вас больше факелов в конце раунда. Поняли? Нет. Еще раз повтори. Короче. Так, топ-8, да? Мне самое хуевое, неочевидно, как будто бы это... Артура. Форт Англия, Артура Уизли. Согласен. Да. Смотрите, тут вот мне... Ладно. Пикаю? Да, пикаю. Пикай. Ебать, я не забыл, что мы экран видим тоже. Что? Блять! Ну ладно, есть еще один вариант в запасе у меня. Ну да, там есть еще один. А, они говорят еще какое место, блядь. Угу. А, вот суки, ну какой нахуй... Что это такое вообще? Блядь, что молодняк пикает, я не понимаю, блядь. Бля, блядь. Они походу не шарят, типа, вот. Это из Гарри Поттера, что ли, блядь? Что за Уизли, нахуй? Это, наверное... по-моему, Мискин 5 с плюсом, нет? А, я вообще впервые слышу. Ну, мне, да мне молодняк, блядь, отвечает нахуй.
Блять. Хороший выбор. Чё, в смысле, это угадали? Почему вы ее на топ-5 поставили? Ой, на последнее место, вы чё, ебать? Пежо, это легендарное Пежо, блять. Блять. Вот, молодняк, они говорю, смотрели. Молодняк. Это молодняк, молодняк забил. Вот на седьмом месте, наверное, опять Форд Англия. Мне кажется, знаешь, что на седьмом месте? Ну если это молодняк, ебан, они Скуби-Ду не любят, наверное. Им нет, лишь бы еще. Наверное, вот это Экта 1. Нет. Короче, либо ну, Экта. Ну, это... Блять, нет, подожди. Ну, думайте, Экта мне кажется, они поставили. Может, Мустанг Джона Уика? Седьмое. Седьмое. Не, Мустанг, мне кажется, они пикнули выше, мне кажется, по-любому. Короче, либо Форд Англия, либо Экта. Лично мое мнение. Мне кажется, либо фургончик, Форд либо... Форд мы выбрали Форд. Уже. Не, давай, ну Форд мог пикни. Быть на седьмом. Давай Экта, 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 ебани, молодняк, блядь, молодняк не пикнул бы, Экта. Бля, думаешь? Ну смотри. Хорошо. Ебать. Отличная работа. Ну они ебанутые Скуби-Ду выше. Ну я говорю, они, ну вот, я, это топ-5 у меня было, Экта. Топ-4, топ-4, он... пятый у меня Скуби-Ду был. Я говорю, это молодняк, они в этот в конец выдали Экта. Бля, я еще представляю, как мы три седых старика влетели. Бля, молодняк нахуй! Нихуя не понимаете! Так и есть, так и есть, Жупикс! Вот наше время, блин! Так и есть! У нас аж зубов нету. Вперед. Так мы же пикнули это. Это мы угадываем с восьмого по обратное. А они? Да. Так надо по порядку. По порядку, бля. Сейчас пятый угадываем место. А, вот чего вы охуели, что мы как-то именно седьмой угадали, бля. Да. Короче, либо... Мне кажется, либо Мустанг. Да. Ну, да, не, смотри. Если смотрим со стороны, что там молодняк гадал. Думаешь, они Джона Уика не знают? Мне кажется, они... Ну, хорошо, Скуби-Ду тогда... они лучше знают, чем Джона Уика. Тогда либо Скуби-Ду, либо Макфлай. Нет, Мустанг у Джона Уика это 100%. Думаешь? Хорошо, давай, Чупикс, пикай. Чё, Мустанг? Да, я за Мустанг. Давай, лично Мустанг. Ну, давай, смотрим. Бля, сорян. Ну, бля, ну Скуби-Ду это мультик. Ну, они же это молодые, молодняк, блядь, не забывай. Ну, это все равно даже в мемах, типа, есть. Ну, мне кажется, им просто это у них в ТикТоках нету этого, Чупикс. Нету в ТикТоках у них это. В их смартфонах этих, блядь, смотрят 24/7, блядь. Стримы каких-то дураков. Ну, давай. И загадывают, блядь, нахуй. Экта на седьмое место, прикинь? Экта седьмое, это вообще пиздец. И маленькие лупоглазые сидят, бегают, блядь, 152 так, человека. Блядь, так, такси Пежо, это же из фильма «Такси»? Да. Блядь, это легендарная тачка, но. Это же Nissan Skyline. Вот они все старые. В смысле, это нормально сразу? Нет. А, Даниэль. Ну, короче, в фильме «Такси», да, я понял, этот Пежо, блядь. Охуеть! Вот про что я сказал? Я же тебе что сказал, Чипикс? Да. Я потому что пикнул. Бля, ну Молния Маквин по-любому выше. Она на втором месте, наверное. Это первая топ-1. Да, я говорю, это молодняк, нахуй. У них там другие приоритеты, понимаешь, блядь, в жизни? Тебя на выход, вон! Вы выжили вон! Благодаря силе мне. Вышли. Как и обещала, вот выход отсюда. Ебались. После, этого я не самая бля, хочется реванш. Ведьма. Да, ебались. Да, сейчас сделаем реванш. А что касается вон. Вас... Помните монстров, которые были в... Да мы старые уже, бля, посмотри, один гном, другой карлик, блядь, другой ощущение, блядь. Бля, я знал, что Маккуин первая, это ЖБ было, блядь. Зрители, вы можете заходить в любой момент, обещала, тот же код. Что не буду плакать. Вы знаете правила, так что давайте начнем. Сейчас мы молодняк разобьем мне очко. Горько, горько, соорудите идеальный свадебный тост для молодоженов. Ох, блядь. Бля, ну хуйня какая-то, я на рандом пикнул. Вон, молодняк, давайте, молодожены, блядь. Работайте. Вы-то уже старые за нас отвечайте.
Ишь, молодняк, что себе позволяет, смотри. Блять. Денег мешок, хуй за кишок, бля. Вот. Что ж, у меня есть все, что мне нужно. Пойдемте. Причем и невесте тоже. То же самое, бля. Первый раунд идеален в своей простоте. Все, что вам нужно, найти три самых популярных. Пусть старики ответа. Пикают первый. Ой, молодняк. Короче, давай. Знаете, просто молодняк пошутил бы. Не более 3 минут, типа. Типа, понял. Не-не-не-не. Рассказать, как пара познакомилась, мне кажется. Да. Это точно в топ-4. Ну ты пикаешь. Да! Нормально. Ебать. Видали, топ-3 еле-еле на Волоскина. Да-да-да. Ну-ка, что пикает молодняк? А ну. Мне даже интересно, что они реально пикают. Дорогу старикам уступите, блядь. Старики! Старики! Бля, так и знал, что у них такой ответ. Проницательно! Бля, молодняк знает, что... Я купил. Говорил, это типа топ-2, блядь. Бля, на первом месте, наверное, анекдот, не? Слушай. Думаешь, молодняк анекдот? Либо... Бля, вот тут сложно первое место. Трогательная цитата из мелодрамы, нет? Я не знаю, что молодняк пикнет. Ну давай трогательную, да, наверное, трогательную цитату. Да похуй давай. Я не знаю, просто как они ответили, серьезно или шутливо, блядь. Но... Бля, каламбур я думал. Блядь. А, шутливо ответили. Ебать. Каламбур думаешь? Вообще на 6-м месте. Они сейчас за нас заберут каламбур. Молодняк, нахуй. Вообще молодняк. Youngblood. Молодежка. Кто смотрел молодежку? Уйдите с чата. Ебать они забайтили. Чё нахуй, блядь. Ебать молодняк наебали на изи. Не просто так Among Us играем, да? Да-да-да. Ну, 4-е место, кстати. Все, на первом месте по-любому цитированный анекдот про свадьбу. Бля, по-любому ЖБ, нахуй. Ладно, я не буду так говорить. Ладно, сами. Без грязных намеков не думаешь? Нет, что-то вообще странный вариант. Молодец. Ну если каламбуры были на 4-м, значит анекдот на 1-м. Все 3 двери найдены. Сейчас. Посмотрим, нам просто старики с первого раза не поняли, опрос? Сейчас надо, блядь, все. Давайте я наколдую еще один опрос. И давайте перейдем на новый уровень отношений и выберем 4 ответа. Сейчас мы разобьем 142. Какая идея для подкаста наполняет вашу душу отвращением больше всего? Кринж, так и говорите. Так, кринж, значит, да? Бля, ну тут дохуя кринжа, брат. Я топ составил. Ну это ж... Чё, блядь, значит... Новости, но еще хуже. Куда может быть хуже, блядь, чем сейчас новости? Давайте, продолжаем. Ну тут, мне кажется, уже тема с молодняком не работает. В этом раунде вам нужно найти ответы на местах. 2, 3 и 4. Короче, знаешь что, Аси? Мне кажется, они наоборот этот... Они неправильно поняли, мне кажется. Они пикнули самую лучшую идею от начала до конца, а надо было худшить. Думаешь? Мне кажется, да. Из-за этого написано же худшее. Ну, мне кажется, вот так вот. Почему? Ну, давай сейчас посмотрим, как они угадают или нет. Да не, вряд ли.
Мне тоже кажется, что, как Джонни говорит. Это топ-1, мне кажется. Топ-1 должно быть, да, по-любому. Да. Я и впрямь думала, что вы на верном пути. Ничего страшного, если у вас закончились факелы. Вы всегда можете их заработать. По крайней мере, пока что. Съебались нахуй, молодняк, блядь. Теперь дайте старикам быстро. Короче, пика час, ночь, нытье. Либо спорт, либо нытье, короче. Спорт. Тут в чате мало кто любит спорт, я уверен. Ну давай спорт пикай. Время для звука в рта нет? Вас не напрягает? Не, спорт... Вообще похуй. Давай спорт. Топ-5, нам. Да ну нахуй. Топ-5 это. Какая трагедия. Спорт никто не любит. Ну вдруг есть среди челиков, кто любит. Только я и Томас любят спорт. Ну молодники тоже, наверное. Не, ну просто, если исходить из логики, то тут есть вариант хуже, чем спорт. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, они топ-7 пикнут. Или 5-5 пикать. Да, это правильно. Да. Угадали? Топ-4? Ебать. Ну блин, ну хватит угадывать! Мы будем сейчас частны. Бля, ну новости, либо да, время новости. Для звука. Либо АСМР, либо новости, либо АСМР. Давай новости, там написано хуже же. Давай новости. Не так уж и плохо. Фух, блядь. Нормально. Что, теряем факел, а молодняк, а? Молодняк, факел теряем? Грустная история тоже, да, как бы так себе. Да убийство, нах, кому интересно убийство, блядь? В Fortnite я только килл, баксы закрыл, бам, все, нах. На час это растет? Пиздец же это для подкаста тема убийства, вообще тупо звучит даже. Ну да. Люди проявляют отвращение. Сука. Недурственно. Бля, не тупые, нахуй. Вроде Эктор пикнули на 7-й, но все равно, блядь. Все, перестали байтиться. Здесь все кончено. Не хочу отпускать вас, но мне понравились ваши попытки сбежать отсюда. Сравнивают, сука, смотри. И давайте взглянем, как обстоят не наши надо. Дела. Не смотри. Вас и вашу свободу разделяет лишь одна комната и один опрос. Бля, сейчас опять молодняк заруинит, я тебе отвечаю. Сейчас опять молодняк заруинит. Сегодня день спа-процедур. Выберите себе ванну, в которой вы бы хотели расслабиться. О-хо-хо. Ёбану рот. Ну, бля, вот это... Ой-ой-ой, бледина, нахуй. Бля, ты вот это первое бледина место. Какая, ой-ой-ой. Ебать, бледина, ой-ой-ой. Бля. Бля, ну там дальше что-то как-то туда-сюда. Ну да, вот так. Бля, мокрый песок, это пиздец же противно. Это знаешь, на пляж вышел не там, где сухо, бля, лежишь, а да, загораешь там, да. Где мокро. Примерно так же. Пора разнообразить атмосферу. Пара-ра-ра. Сходить в еще одну пещеру. Сходи нахуй, блядь. Я выхожу. На выход. Топ-1. Вот, дьявольский убийственный финальный раунд. Здесь вам придется выбрать наименее популярный, 8-й ответ, и по порядку дойти до самого первого. Вы кокос на какое место поставили? Кокос? Не скажу. Короче, мне кажется... Короче! Давай. Чё, да-да-да, давай. Мне кажется... Ну, овсянка, наверное. Ну, мне тоже так кажется. Мне почему-то кажется песок. Да, песок тоже. Ну почему топ-8 мы пикаем, блядь? Ну овсянка хуже, чем песок, братан. Противно же. Ну тоже верно, да. А грязь? Ну да, есть грязевые ванны, но, блядь, все равно же, типа. Ну, бля, есть. Я не понимаю, грязь как или овсянка? Ванна? Грязь или овсянка? Овсянка. Что? Грязь? Грязь или овсянка, да, а что пикаем? Да нет, какая грязь? Песок. Овсянка?
Блять, либо грязь, либо песок, либо овсянка. Все, ладно, овсянка. Грязевые ванны принимаешь же. Ой-ой-ой-ой, бледина нахуй. Че, давайте, блядь, 143 паука нахуй, съебались. Дорогу старикам, блядь. У тебя молодняк в пещере останется. Пюре ебучее. Я, кстати, пюре на топ-3 пикну. Да. Вы не купали, что ли? Это же пиздато. Огурцовый пюре. Огурец, он же тонизирует прям такой свежий. Его на глаза кладут. Бля, оно охуенно просто. Ебать они. Ебать они. Охуеть, черти. Чума, бля. Что они делают? Чума, нах. Они пикают, конечно. Ну, сука, молодые, бля. Короче, мне кажется, это либо мокрый песок, либо грязь. Бля, ромашковый чай, нахуй. Нихуя себе. Это мужика просто. Молодец. Хорош. Ну все, они сейчас. Я думаю, что грязь? Да. А грязевые ванны же есть? Ну, грязь, да. Ну да, ну грязевые ванны есть, но, блядь, мне не в кайф было бы там. Я даже принимал, ну то есть, не ванну, блядь, а грязевые купался. Не, я просто, я свинья же ебаная. Чё, охуелая. Я упал в лужу просто. Я просто в лужу барахтался, блядь, нахуй. Я принял это, и знаешь, я считаю, что грязевые ванны принимал, блядь. Я просто в свинарнике закрыли один. Нам не пизда, платим. Нам пизда, забей. Бля, вообще, я примерно фул рандом. Блять. Не, ну не совсем фул рандом. Короче. Это, либо это, знаете... солено, либо гель. То есть... Мне кажется, чай. Чай, мне кажется, тоже. А чем ромашковый чай? Ну, блядь. Как можно в чаю купаться? Ромашковый, да. Бля, я представляю такую... А, ну, кстати, да, ну, похуй. Бля. Алоэ вера пизже, чем чай. Давай, хорошо, рано... рома... чай пиздуй. Давай, давай. Пиздуй отсюда. Да я ж говорил! Я ж говорил! Бля, мне даже интересно, что такое. Бля, да, теперь точно хуй пойми, бля. Ой, бля, ну и тупость. Бля, если они сейчас вот это на четвертое место поставили, я буду в аху. Я тоже буду в аху. Молоко приятнее чая, блядь. А еще раз, пикните чай, реально. Слушайте, давайте, давайте сравняем, там... пикните чай тоже. Там походу бак случился. Давайте реально, слушайте, на мужика. Эй, очкошники, давайте, молодняк, чай тоже пикаем, блядь, чтобы один-один был. Давайте. Эй, засали или как? Сосали, блядь. Сейчас я, блядь. Фух, нормально, нормально. Не совсем долбоёбы. Повезет в следующий раз. Ну смотри, как будто тогда это гель. Нет, почему гель? Тогда соленая вода, ебать. Соленая вода, это ж просто вода. Дальше без показа ответов. С этого момента, мне кажется, это гель тогда. Вашу ошибку, вы мне кажется... приближение к поражению. Ну хотя в геле, да, в геле, да, давай гель. Ты ж там, бля, когда будешь выходить из геля... Лучше, блядь, прикинь, в залупу гель залетит, это пиздец. Да. В точку? Фу, бля. Нормально, нормально. О, слава богу, сейчас они. Сложнее и сложнее, да, идет? Mm-hmm. Бля, мы выиграем эту игру. Бля, не, они все, забейте, мы проебали. Мы проебали, нет, мы реально проебали. А почему? Ну, посмотрите, бля. Но они сейчас неправильно угадают. Забей. Нам одну из двух надо выбрать. Бля, забей, я не буду пикать, и все, забей. Чай? Да, мне кажется, чай. По-любому. Чай. Я как вообще чай до третьего места дошел? Я бы лучше в геле искупался, чем в чай. Тоже верно. Чай же, он горячий еще. Это же не Липтон, наверное. О! Прекрасная работа. Чай нужно пить, бля, а не купаться. Чё, молодняк, нахуй? Съебали, в пещере остаетесь нахуй. А, блядь. Смотри, нормально, кокосовое молоко на топ-1 поставили. Шарят, значит.
Давайте, мы на выход, а вы, блядь. Отлично сработали. Нассать еще сверху. Молодняк, блядь. Вот ваш выход наружу. Нормально комбэкнули, блядь. Че, хотите еще раз реванш? Че, хотите, раздавим вас, нахуй? Давайте реванш еще. Один-один пока.